на нефть идет ослабление рубля, его некоторая девальвация. С точки зрения экономики, небольшая девальвация, она, в общем-то, не вредна, потому что она не разгонит сильную инфляцию, но создает дополнительное конкурентное преимущество для отечественного производителя. Ну и девальвацию надо держать под контролем. Поэтому я считаю, Центральный банк должен быть готов в нужный момент вмешаться и сделать валютный интервенцию. Я считаю, что нефть упадет до определенного предела, еще может быть на 2-3 доллара, и на этом падение остановится. Поэтому никаких резких движений Центробанка в части повышения, скажем, ключевой ставки в данный момент делать не надо. Что касается Думы, то возможности здесь парламентария влиять на ситуацию не очень велики. Поэтому самое лучшее, что может делать Дума в этой ситуации, не нагнетать панику и не делать резких движений, не пытаясь получить какие-то очки на текущем моменте. Надо внимательно мониторить ситуацию. И здесь, опять же, повторю, главную роль Центробанка и в какой-то мере правительства.